Дорогие коллеги и дорогие друзья, прежде всего, мне хотелось бы вас пригласить на наш ежегодный, ставший уже практически традиционным, онкологический форум «Белые ночи», который представляет собой прекрасную площадку для обмена мнениями специалистов, которые работают в различных областях онкологии – хирургии, химиотерапии, лучевой терапии или экспериментальной онкологии. Я думаю, что такой вот обмен мнениями очень важен не только для тех, кто занимается непосредственно научно-исследовательской деятельностью, но также и, безусловно, представляет большой интерес для практических врачей. Что касается той секции, которой мне поручено руководить, эта секция касается лучевой терапии злокачественных опухолей. Продумывая план этой секции, мы решили, что на этой секции должны быть представлены доклады, которые отражают точку зрения по лучевой терапии злокачественных опухолей не только специалистов нашей страны, но и наших гостей из-за рубежа. Поэтому на эту секцию мы и пригласили целую практически команду лучших специалистов Европейского общества терапевтической радиологии и онкологии по лучевой терапии, которые прочтут 5 лекций, касающихся различных аспектов лучевой терапии злокачественных опухолей. Затем ведущие специалисты нашей страны также прочтут свои лекции и доклады, отражающие их точку зрения на те или иные аспекты применения лучевой терапии при злокачественных опухолях. Особенностью этой секции будет являться то, что мы впервые решили внутри секции по лучевой терапии представить специальное заседание, касающееся использования возможностей ядерной медицины в лучевой терапии, что представляет колоссальный интерес, поскольку этот вопрос обсуждается достаточно редко. И люди, которые занимаются именно этим аспектом проблемы, их тоже не так много. Поэтому мы постарались собрать основных специалистов в этой области для того, чтобы они изложили свои точки зрения по данной проблеме. И я надеюсь, что в результате проведения нашей секции по лучевой терапии, которая будет продолжаться практически весь день, мы сможем совместно с иностранными нашими коллегами из общества ЭСТРА и совместно с нашими коллегами из России, которые являются ведущими специалистами в области лучевой терапии злокачественных опухолей, создать какую-то такую общую платформу и какую-то совместимую друг с другом идею, касающуюся, каким же образом лучше в настоящее время, во-первых, использовать терапию, каковы перспективы ее дальнейшего развития и что нам нужно для того, чтобы в лучевой терапии был осуществлен действительно настоящий прорыв.